то как было дело? Мы на самом деле находились чуть в стороне. Зашел самолет, ну, предположительно, МиГ-29. Произвел серию ракетных ударов и ушел в сторону. Ну, куда точно, мы не знаем. Вот и все. Потери? Да, один раненый. Я не знаю, как состояние его оценить. Идет операция. Сейчас. Да, идет операция. Ранение в руку. Ну, надеемся, что рука будет на месте. Да, такие бог. Руки должны быть на месте, как у Ивана, да? Вот так вот. Ну, мы не унываем. Ждем этих тварей, пусть идут сюда. Ни один из них не уйдет от нашего возмездия. Ни один. У них была возможность одуматься, изменить свои решения, не проливать нашу кровь. Но они сделали свой выбор, они нас вынудили взять в руки оружие. Вот, оружие у нас в руках есть. Оружие у нас в руках есть. Если вы надеетесь броней пройти, первым. Если пытаетесь пешком пройти, тоже не пустим. Но можете подходить.